вечности я расстаюсь уйти. Я знаю, где мне счастье для тебя найти. Песни и танцы в подарок контрразведчикам. Тем, кто защищает Россию от шпионов и выявляет иностранных агентов. А родоначальником такой деятельности в Советском Союзе была спецслужба СМЕРШ – «Смерть шпионам», образованная в годы Великой Отечественной. Только в июне 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. Предотвращен теракт в отношении будущих маршалов Победы Рокоссовского и Говорова. В 1944 году в отношении Сталина. Благодаря самоотверженной работе сотрудников легендарного СМЕРШ были сорваны многочисленные шпионские и диверсионные операции фашистов. Сотрудники спецслужбы СМЕРШ обезвредили более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и порядка 6 тысяч террористов во времена Великой Отечественной войны. Словосочетание СМЕРШ наводило ужас на немецких шпионов и диверсантов, фашистских пособников и предателей. Оно вызывало уважение у фронтовиков, бойцов и командиров Красной Армии, не понаслышке знающих цену победе. Сейчас работу легендарной организации продолжает Федеральная служба безопасности. Ее действующих сотрудников и ветеранов контрразведки поздравил с 80-летием спецслужбы СМЕРШ губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Я выражаю особую благодарность ветеранам военной контрразведки, которые проживают сегодня в Пензенской области и помогают развивать наш регион. Особенно признателен за вклад в сохранение исторической памяти и вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи. Для всех сотрудников правоохранительных органов и военных деятельность легендарного СМЕРШа остается примером, потому службу в ФСБ по-прежнему многие считают самой почетной.